Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Господь царствует. И Ему принадлежит вся слава на этой земле. Он сегодня Альфа и Он Омега. Поэтому с Него все начинается и Ним все закончится. В конце концов, каждый человек рано или поздно встретится со своим Творцом. Аминь. Мы встретимся с Иисусом Христом. Как мы с Ним встретимся? Как Его друзья, как дети, как слуги, как рабы или как грешники. Лучше, чтобы мы встретились с Ним, зная Его. Аминь. И когда ты встретился с Ним, зная Его, то Бог скажет: верный, добрый раб, колонку пододвинь. Аллилуйя, слава Богу. А ты пододвинь вторую. Вон ту. Или ту. О, спасибо большое. Даже если я не слышу, и вас не слышу тоже тогда. Аминь. Давайте хорошо прославим Бога. Присаживайтесь. Слава Иисусу. Аминь. Спасибо прославителям. Пусть Бог вас благословит. Аминь. Слава Богу. Очень рад, что мы можем сегодня собраться. И сегодня у нас собрался весь Донецко-Днепропетровский регион. Слава Богу! Особенно я хочу поприветствовать всех людей, которые служат в зоне АТО, такие вот города, как Авдеевка, где еще стреляют. Поэтому пусть Бог вас благословит, защитит, сохранит, поможет вам устоять в это трудное время, даст вам помазание, даст веры, даст огонь, чтобы задержать все эти демонические вещи. Аминь. Давайте мы прославим Бога за этих людей. Спасибо тебе, Иисус. Спасибо тебе, Господь. И я думаю, что рано или поздно Царство Божье все равно победит. Все равно у Бога есть план для нашей страны. У Бога есть видение для нашей страны. И если мы начали служить Богу, наша страна начала поворачиваться лицом к Богу, я уверен, что это будет продолжаться дальше. Аминь. Но знаете, как Библия говорит? Библия говорит очень просто. Жатвы ее очень много. А делателей их очень мало. Действительно, людей, которые хотят служить Богу сегодня, немного. Таких людей мало. И люди хотят... Я вот летел в самолете с одним человеком. Он говорит: знаешь, говорит, я из Киева, вот у меня дочка, ей 18 лет. Говорит, что-то странное с нашей молодежью делают. Все юристы. Говорит, все хотят юристами быть. Никто не хочет работать. Никто не хочет ничего делать. Все хотят быть юристами. Знаете, может быть, там хотят люди все быть юристами, а у нас должно быть по-другому. У нас все должны служить Богу. Потому что рано или поздно каждый из нас предстанет перед Отцом. Каждый из нас предстанет перед Богом. И как важно, чтобы ты сказал: вот он, верный, добрый раб, Господь, я исполнил всю волю твою. Аминь. Все, что ты мне поручил, я все сделал. Знаете, так мало людей, которые просто убирают в сторону все свои материальные проблемы, убирают в сторону все свои семейные вещи и говорит: на меня на первом месте это служение Господу. Я хочу исполнить Его волю. Друзья, у нас сегодня нет проблем с тем, чтобы открыть церковь. У нас нет проблем открыть церковь, где хотите. Вот карту покрутите, глобус, куда пальцем ткнете, там мы вам и откроем церковь. В Австралии хотите? Главное, чтобы у тебя духу хватило в Австралии не на пляже лежать, а проповедовать Евангелие. Ну, ты поедешь в Австралию, поехал Богу служить, как лег на пляж, и не встал оттуда его больше, да? Поэтому Бог сегодня, он ищет людей, которые будут служить Ему. И у нас все есть для того, чтобы мы могли распространять Евангелие дальше, чтобы мы могли служить Богу дальше. Жатвы много, делателей мало. И знаете, новое поколение – это церковь, где не только могут открыть церковь, где не только могут собрать людей. Мы можем собрать людей в любом городе, в любом месте, в любой стране. Аминь. Но это место также, где
готовит служителей. И я знаю одну вещь. Если я научил уже тысячи людей, как быть служителями Божьими, я могу и тебя научить. В этом ничего сложного нет. Ничего тяжелого нет. Просто человек должен открыться, откликнуться, сказать, все, я готов учиться. Если ты готов учиться, мы тебя научим. Если ты готов учиться, то у тебя получится служить Богу. И когда ты на небо придешь и скажешь, Господь, вот смотри, вот моя церковь, вот люди, которых я к Богу привел, вот люди, которых я от смерти спас, вот люди, которым я помог в жизни состояться, я тебе гарантию даю, вот Господь тебе так и скажет, добрый, верный раб, заходи. А кому-то скажет, который все думал, как денег накопить, все думал, как на что-то заработать, скажет, а ты иди во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов. Знаете, как это, скрежет зубов? Не знаете? Я когда-то был в командировке, и нас поселили с мужиком с одним в гостиницу. И вот я ночью проснулся от страшной вещи. Я такого в своей жизни никогда не видел и не слышал. Он скрипел зубами так, что мне казалось, ад опустился на это место. Я уже до утра не заснул. Аминь. Но мы туда не пойдем. Мы будем служить Богу. А для того, чтобы научиться, нужно ехать на миссионерскую школу. С 7 сентября по 2 октября я буду тебя учить с утра до вечера. И буду передавать тебе все-все, что я сам знаю. Когда ты научишься у меня простым вещам, которые я знаю, ты сможешь просто получить помазание, которое есть на моей жизни. И сможешь служить Богу дальше. Это не сложно. Для этого просто нужно быть открытым человеком. Поэтому, братья и сестры, если ты хочешь быть на миссионерской школе, хочешь учиться, ты не учился, может быть, ты служитель, но ты не учился. Может быть, ты готовишься стать служителем в будущем, может, через год, через два. Тебе надо учиться. Знаете, я не проповедую там какие-то темы. Я вам расскажу тот опыт, который я прошел. Я вам расскажу, что я сделал для того, чтобы Бог через меня действовал. Я вам расскажу, что я сделал для того, чтобы открыть церкви, для того, чтобы изменить жизни людей. И я вам расскажу это для того, чтобы вы могли пойти и служить Богу. Знаешь, кто-то думает, я недостоин. Я такой, я недостоин. Знаете, я сам думал, что я недостоин. Оказывается, достоин. Амен. Поэтому у Бога есть для тебя планы. Но ты не можешь так просто упрыгнуть в них. Знаете, иногда люди, они, ну, как-то так говорят, ну, странно, они говорят, да я вот сейчас раз пойду и начну. Ты должен всему учиться. Аминь. Поэтому с 7 по 2 октября у нас будет потрясающее время. Пожалуйста, кто хочет ехать на миссионерскую школу, чтобы учиться и в будущем стать пастырем? Поднимите руку. Руку поднимите. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Ну, смелее. Вы поднимаете. Смелее так поднимаете. Вот так. Вот так поднимаете. Все, да, давайте раздайте эти листочки всем. Давайте раздайте быстренько. Ну кто? Чекайте. Группа порядка. Подойдите после служения, за вас помолюсь. Какие-то вы нешевельные вообще. Ну, быстрее, быстрее, быстрее. Вот, кто руку держит, тому передайте. Передайте им. Амен. И прямо сегодня заполните эту анкетку и пришлите ее, передайте ее сюда наперед. Просто заполните фамилию, имя свое, телефон свой и передайте ее сюда наперед. Для того, чтобы мы могли с вами связаться. И я думаю, что Господь для вас приготовил что-то хорошее на этой земле. Амен. Я сюда ехал, смотрю, там плакат такой большой, написано «Разрушение какого-то проклятия». Кто чувствует себя проклятым? Есть несколько человек. Окей, я за вас помолюсь. Все будет нормально, станете благословенными. Да, ничего сложного нет.
Да, знаете, как Бог хочет благословить каждого. Не все достойны это принять, но Бог хочет всех благословить. Помните, Иаков схватился за Бога. Бог! Не отпущу! Благослови! Бог смотрит на него и говорит, как такое чудовище можно благословить? И он говорит, все, я ухожу. А тот говорит, не, от меня так просто не уйдешь. И он схватил Бога, вот так схватил Бога и не отпускал его. Знаете, вот есть люди, они такие какие-то вот, Бог пришел, Бог ушел. Ну, ушел-то и ушел. Ну, пришел-то и пришел. Какие-то такие вот, знаете, никакие. А есть люди, они как сумасшедшие. Он схватил и сказал, Бог, не отпущу тебя, пока не благословишь. И знаете, Бог смотрел на Иакова, думает, как его благословить? Такой человек нехороший. Брата обдурил. Батька обдурил. Всех покидал там. Это ужас. Такой человек нехороший. И он не хотел его благословлять. А тут в него вцепился и говорит, все равно благослови меня. И знаете, в конце концов, Бог сломал ему ногу и благословил. Вы представляете? Вот так вот бывает. Когда ты настойчивый, Бог говорит, ну ладно, ну что делать с тобой? Ну я тебя сломаю и благословлю. Где-то читал выражение недавно, говорит, иногда Бог ставит людей на колени, чтобы они могли с них подняться. А некоторых он даже на колени не ставит, потому что они всю жизнь и так на коленях ползают. Они и так всю жизнь внизу. Они и так всю жизнь рабы. Так вот, ты должен уцепиться за Бога и сказать, Бог, благослови меня. Если ты меня благословишь, то моя жизнь будет совершенно другой. Аминь. Я верю, что в благословении есть другая жизнь. Мы сегодня помолимся. Я знаю, что если... Дьявол атаковал твою жизнь, твою судьбу. Дьявол – это не проблема. Я сейчас был в Африке и зашел в одну церковь проповедовать. Перед служением зашел. Говорю, слушайте, не понял, говорю, а где ваши барабаны? Барабанов у вас нету. Где ваши барабаны? Где остальные музыкальные инструменты? Они говорят, сегодня, пастор Андрей, у нас день колдунов. День колдунов в городе. И колдуны, они сказали, что барабанами в этот день можем пользоваться только мы. Поэтому они нападают на церкви, избивают людей и забирают барабаны. Вот так вот было, да? Я удивился. Я говорю, вот такие вроде как мужики здоровые, все испугались. Говорит, ну а что делать? Зачем раздражать людей? Ну вот убрали барабаны. Не сужу их, не знаю, правильно, неправильно. Ну убрали барабаны. Под одну пиликалку пиликали. Все. Говорит, колдуны сегодня. Я начал проповедовать. Слышу, лупят в барабаны за стенкой. И что-то по-своему, по-колдовскому. Ну, черные все, знаете. Какие-то ерунду какую-то там. И барабаны лупят. Я думаю, что делать вообще? Проповедовал. Потом думаю, надо молиться со всех людей. Колдовство изгнать, бесов изгнать. Дьявола и знать. И вы знаете, повыходили все. Прям туда, на барабаны пошли. Аминь. Вчера было служение в Харькове. Подошел один парень, заикается, вот так заикается, говорить не может. Я говорю, скажи, что ты хочешь. Он подошел, вот так заикается. Я говорю, что ты хочешь? Он, я. Черной магией занимался, черной магией. И я смотрю, человек не может ни одного слова нормально сказать. Вот так вот, каждое слово ему с трудом достается. Я молился с ним, сказал, дьявол, пошел вон, дух магии. Он там что-то руку вытянул, я тебе там что-то, потом раз и ушел. И знаете, парень встал, и такой чистый у него голосок, почти детский. Потому что у Бога, у него 100 раз больше силы, чем у дьявола. Поэтому за Бога надо что сделать? Уцепиться. Аминь. Слышь, Бог, не отпущу, пока ты меня
не благословишь. Но знаете, вот одну вещь я иногда в церквях наблюдаю. Такое вот чувство, что вот у людей нет никаких христианских целей. Вот мирские цели у них есть, а христианских целей у них никаких нет. Вот машину, дом, квартиру, детей обучить, воспитать, замуж выдать, ля-ля и тополя. Знаете, я вот когда на Новый год эти записки пишем, я вот читаю эти записки, думаю, боже мой, да вам не в церковь, вам в супермаркет надо. Вы в церковь пришли. Вам в банк куда-то надо за деньгами. Ни одной христианской цели нет. Ни одного смысла христианского нету. И вот я таких людей все чаще и чаще встречаю. Люди играют, люди поют, люди на камеру снимают, люди даже проповедуют. А христианских целей никаких нет. У них как бы, вот знаете, все христианское пришло к концу. Кто исцелился, тот исцелился, кто не исцелился, тот лечится. Кто получил финансовое благословение, тот получил, кто не получил, тот с кредитом рассчитывается. И все, нет целей христианских никаких. А знаете, Бог хочет, чтобы у нас были цели Его. Когда у тебя нет Его цели, ты Ему не очень интересен. Я говорю, ты не очень ему интересен. Знаете, кто Богу интересен? Тот, у кого есть Божьи цели в жизни. Который говорит, я хочу, чтобы люди спасли. Я хочу, чтобы земля изменилась. Я хочу, чтобы люди покаялись. Я хочу, чтобы освободились. Я молюсь, я пощусь, я ищу. У меня есть что-то христианское внутри. У многих людей нет христианских целей. У них свои маленькие мещанские цели. Заработать вот до пенсии, доработаю, пенсиком стану. Слава Богу, наконец-то отдохну. Все. Я вот иногда подумал об этом. Ну, как люди вот в шахтерских городах, у них основная цель – регресс. Только вдумайтесь, цель – регресс. Не прогресс. А цель – регресс. Получил регресс. Все, по всем документам прописали. Больной, 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 больной. Подписал везде, утвердился. И вот доживаешь жизнь. Я к своему дядьке приехал, он старый уже, 86 лет. Я говорю, дядя Петя, как дела? Он говорит, доживаю. Страшно. Страшно, когда ты видишь человека, который говорит, я уже доживаю, так это ему 86 лет он доживает. Я вас умоляю, я вам покажу сотни людей, которым по 25, и они доживают уже. У них нет никаких целей, у них нет никакого смысла жизни. Они просто доживают, и все. Бессмыслица. Нет ничего нового. Знаете, я верю, что для многих христиан Бог хочет дать тебе новое начало. Новое начало. Вот что-то прошлое уже закончилось. Вот закончилось и все. И ты даже не знаешь, куда идти, к чему стремиться, что делать, что достигать, чего добиваться. Закончилось. И теперь Бог говорит, этот этап закончился в твоей жизни. Я дам тебе новое начало. Толкни соседа, скажи, новое начало. Тебе 60 лет, новое начало. 70 лет, новое начало. 80 лет, новое начало. Аминь. Бог, Он такой, Он творит всегда все новое. Когда Он смотрит, у тебя энтузиазм уже упал, желание ко всему пропало, стремление пропало. Ты уже молишься громко только в церкви. И песни громко поешь только в церкви. А дома даже не шепчешь. Совмещаешь 2-3 дела вместе. Молюсь там и подметаю. Посуду заодно помою, пока молюсь. А что времени зря пропадать-то? Угадал, да?
Знаете, Бог, Он имеет для тебя новое начало. Потому что Бог говорит, все, творю, все новое. Есть люди глупые, они новому противятся. Они что-то новое, это новое учение, там громко поют, громко молятся, это новое. Но я в старом, я в старом, тихо, спокойно, все. Слушай, Бог творит все новое. Аминь. Знаете, Он говорит, я творю новое, неужели вы не хотите об этом знать? Люди говорят, не хотим. Нам вот старое что-нибудь дай, регресс. Какой-нибудь старый регресс. Бог говорит, у меня есть прогресс для тебя. Амен. Бог хочет что-то дать тебе новое. Может сегодня начаться точка отсчета твоих благословений. Да, сегодняшнего дня, 23 августа. Запомнить легко, день прапора. Аминь. С дня прапора начнется у тебя новый отсчет времени. Да, так бывает. Луки, 1 глава. Я вообще обычно очков не одеваю, но спасибо братьям за свет. Здесь даже линзу надо брать. 1 глава, 5 стих. В дни Ирода, царя иудейского, был священник из Авиевой череды именем Захария, и жена его из рода Ааронова, имя ее Елизавета. Они были праведны, поступая по всем заповедям и уставам Господним беспорочно. У них не было детей, ибо Елисавета была неплодна. И оба они были в годах преклонных. Аминь. Знаете, вот я когда читаю о жизни этих людей, у меня какие-то внутри противоречивые чувства. С одной стороны, праведные. С одной стороны, он священник. Он Богу служит. С другой стороны, проклятие. Нет детей. Проклятые люди. Праведные. Не грешат. Водку не пьют. В казино даже не слышали, что это такое. Не курят. Не ругаются вслух. Только про себя. Чистые, святые, праведные люди. Он еще и служит в церкви. Понимаешь? Вот все как бы нормально. Но бесплодное. Нету детей. А годы идут. Знаете, когда тебе 20 лет, у тебя нету детей, ты еще стараешься. Когда тебе 30 нету детей, ты еще пытаешься. Когда 40 нету детей, ты еще шкрябаешься там. А когда уже в плитах преклонных, уже никто и не пытался. Все уже. Я сказал, мне тест. Закрыйте завод и сдайте орудие производства на склад. Уже и никто не пытался. Уже никто и не старался. И однажды, вот так однажды, вот он раз пришел в церковь, однажды пришел в церковь, просто пришел в церковь. Ни о чем не думая, ни о чем не молясь, ничего не ища у Бога уже, ничего не прося, без всякой цели, без всякого смысла, он пришел выполнить то, что должен был выполнить. Аминь. И когда он пришел, вдруг он зашел в храм, зашел во святилище, и там он увидел архангела Гавриила. Кто такой Гавриил? Гавриил – это архангел-посланник. Бог через Гавриила людям передавал особо важные послания. Скажи, послания. Потому что Божьи послания – это очень важно. Многие люди думают, Божье послание, что такое Божье послание? Ну, я могу сам прочитать Божье послание. Для Божьего посланника нужен посланник. Нужен человек, который это послание передаст. Знаете, я молюсь
25 лет подряд, каждый день, зачем? Какой смысл моей молитвы? Пастор, ну, ты, наверное, себе просишь дом, машину, детей себе там, машину для детей. Слушайте, я последний раз о материальных вещах молился, наверное, лет 100 назад. Почему? Потому что я не вижу смысла молиться в том, что Бог и так даст. Я не вижу смысла в этом молиться. И Библия говорит, ищите прежде всего Царство Божьего, а остальное все приложится. Зачем мне молиться о том, что и так приложится? Зачем время на это тратить? Поэтому основная часть моей молитвы, я говорю, Бог, вот сейчас вот так люди соберутся в стольном городе Терновка, Терновка, маленький Париж, когда они все здесь соберутся. Это я учился с одной девушкой в медучилище, она говорила, да вы не знаете, что такое Терновка, Терновка это Париж. Мне так захотелось поехать посмотреть Париж, но приехал, увидел Терновку. Хороший город. Ну, на Париж не очень похож. Может, разве что грехами. Чем еще? Так вот, я каждый раз становлюсь и говорю, Бог, когда я буду здесь находиться, я понимаю, что ты мне не дашь всю проповедь, но дай мне какое-то слово, чтобы я мог это слово взять от тебя и передать его людям. Так я вам передаю это слово, новое начало. Я говорю, новое начало для твоей жизни. Да. Знаешь, вся жизнь прошлая, она имела свой смысл. Но сегодня пришел такой день, когда как-то смысл рассеялся. Поэтому тебе нужен Бог, тебе нужна встреча с Ним, и тебе нужно новое начало. Люди в летах преклонных. Захария зашел в храм. Зашел, чтобы все выполнить. Написано, на улице была толпа людей. Что это за люди были? Они молились за Захарию. Слава Богу за церковь. Знаете, я верю в молитву церкви. Да, зачем нам нужна церковь? В молитве церкви есть сила. Есть потрясающая сила. Когда мы записки пишем и отдаем, ну мы отдаем кому-то записку, Богу записку написал. Когда церковь молится, у тебя есть шанс. И когда Захария зашел туда, написано, множество народа вокруг, они орали к Богу и молились. Бог, благослови Захарию, благослови Захарию, благослови Захарию, благослови Захарию. Вдруг ангел стоит. Это не ангел, архангел. И он стоит, смотрит на Захарию. Захария обомлел. Ты хочешь архангела увидеть? Уж не надо. Страшно. Признал, никогда не видел ничего подобного. Вдруг раз, все светится, все горит, все сияет. А! Сейчас у людей психика слабая. Еще смотришь, увидит архангела, раз и инсульт. Пускай ему кровь потом. Так вот, он увидел архангела. Знаете, я вам скажу одну истину. Не всегда через архангела Бог передает свое слово. У него на земле еще есть посланники. Я говорю, у него на земле есть посланники. Да. Знаете, когда был Лазарь, когда был на лоне Авраама, и там богач прислал к нему послов, чтобы Лазарь, у меня там братья на земле остались. Попроси Господа, пусть он ангела пошлет, пусть они скажут, этим братьям, чтобы они покаялись. И Бог сказал, слушай, даже если мертвые воскреснут, не поверят. Вопрос не в архангелах, вопрос в сердце человека. Просто открой свое сердце, чтобы верить. Просто открой свое сердце, чтобы верить, и все. Знаешь, люди иногда сидят в церкви, я это слышал, я это знаю, я это читал. А что ты хочешь? Я ж тебе не могу другую Библию проповедовать. Хоть пастор, вот и сказал, что мы напечатали, но мы тут у нас везде не Ледяев, тут Иисус. Библия одна и та же.
Все, что здесь написано, ты возьмешь эту книгу, возьмешь ее 100 лет назад, 200 лет назад, 300 лет назад, тут запятые сходят. Никто ничего в этой книге не меняет. Поэтому я тебе нового ничего не скажу. Но у меня есть слово от Бога для тебя. Это новое начало. И Бог хочет, чтобы у тебя произошло новое начало в жизни. Новый отсчет времени. Все, старое пришло к концу. Старое пришло к концу. У тебя уже нет энтузиазма на старое. У тебя нет жажды на старое. У тебя уже нет никакого огня, никакой веры. Ты видишь бесплодие, ничего не получается. Бог говорит, все, с этого дня точка отсчета. Новое время, новое начало. Я что-то начну новое в твоей жизни. Ты будешь удивлен, ты немножко будешь даже расстроен, потому что все новое, оно связано с какими-то переменами. Но если Бог что-то хочет начать, лучше Ему не противиться. Амен. Лучше согласиться с Богом и сказать, Бог, если ты хочешь что-то начать новое в моей жизни, давай начинай. Я буду открытым. Итак, первое, что нужно для нового начала, ты должен быть праведным. Знаете, Бог не находит грешников и не работает с грешниками. Даже если Ринат Ахметов 10 храмов построил, это не работа Божья. Амен. Да, это не работа Божья. Даже если он 100 храмов построит. Бог работает через святых людей, которые покаялись перед своим Богом и которые приняли святость и чистоту через кровь Иисуса Христа. Ты становишься святым кровью Агнца. Амен. Ты не становишься святым добрыми делами. Ты становишься святым через кровь Иисуса Христа. И кровь Иисуса, когда мы исповедуем свои грехи перед Богом, она очищает нас, она освящает нас, она делает нас способными к переменам. Бог нашел святого человека. И он сказал, для святого есть новое начало. Амен. Второе. Люди за него молились. Знаешь, церковь – это место, где за тебя могут молиться, где за тебя могут ходатайствовать. Я недавно слушал свидетельство одной бабушки, она первый раз пришла в церковь в Харькове. И когда она пришла, у нее одна проблема была, у нее у мужа была раковая опухоль. И его уже положили на стационар, чтобы делать операцию, где-то там на шее, там должны были где-то вырезать там ему все это. Уже положили на стационар. Знаете, что эта бабушка сделала? Она сказала одним людям, вторым людям, третьим людям, четвертым людям, полцеркви. Они начали за нее молиться. Если за тебя молится полцеркви, у тебя есть шанс. Если за тебя люди молятся... Слушайте, знаете, мне 50 лет. И у меня мама есть в Павлограде живет. Так вот, когда мне что-то нужно, когда я что-то делаю, особенно, когда я что-то новое делаю, я говорю, ма, помолись. Ты ж епископ, зачем тебе, ма, помолись? Я верю в силу молитвы. Поэтому у меня есть целая группа, 100 человек, которые молятся за меня, чтобы у меня получалось что-то новое. Люди говорят, надо ходить на домашнюю группу, не надо. Надо на ячейку ходить, не надо. Слушай, если тебе молитва не надо, не ходи никуда вообще. Но мне нужна молитва. Я знаю, что через молитву все меняется. Мне нужны люди, молящиеся за меня. Когда они будут за меня молиться, тогда я смогу сделать то, что Бог от меня хочет. Аминь. Итак, второе – это молящиеся люди. Третье – это посланник от Бога. Знаешь, все новое начинается через человека, которого послал в твою жизнь Господь. Я приехал когда-то в Першетраинск. Я пошел на кладбище. Знаете, что я там увидел? Год рождения, 85-й. Год смерти, 95-й. И вот таких вот гробов сотни. Почему 20-летние люди, 17-летние люди умирали? Почему они ложились в гроб? Почему? У меня вопрос. Наркоманы, наркотики.
Один за одним, пачками, молодые люди, передозировка, ампутация, СПИД. Один за одним, один за одним. Слушайте, я приехал с посланием. И кто-то просто смотрел на меня и говорил, какой-то чувак странный приехал со странными усами, что-то тут городит нам. Что он может нам рассказать вообще здесь? И вот так вот кто-то смеялся. А кто-то прислушался, и знаете, гробов стало меньше. Да! Я думаю, что есть сотни людей, которые не умерли от наркотиков, потому что они услышали послание. Не на меня надо смотреть, а на послание. Я тебе могу не нравиться, мне с тобой детей не крестить. Тем более, что мы это вообще не делаем. Я тебе могу не нравиться, но пусть тебе понравится то, что Бог хочет сказать тебе, а Бог хочет сказать лично тебе новое начало. Я говорю, для твоей жизни есть у Бога новое начало. Все в твоей жизни может начаться по-новому. И архангел пришел, давай ему рассказывать. Знаете, архангелы, они такие наивные. Они вот это рассказывают и вообще не реагируют, как там люди вообще себя ведут. И он как начал рассказывать, говорит, вот, все, смотри, молитва твоя услышана. Все, услышал наконец-то, да. 70 лет бабки, молитва услышана. Молитва твоя услышана, все нормально. Поэтому вот родит Елизавета сына, вот сын будет хороший, хороший будет сын. Ни водки, ни вина пить не будет. Многие родители аллилуйя скажут. Ни водки, ни вина, ничего пить не будет. Написано, от чрева матери исполнится Духа Святого. Фух, четко, да? А у тебя, говорит Захария, будет радость в доме великая. Вы будете с женой радостные такие, счастливые будете. У вас все будет так хорошо. Когда новое начало есть, всегда хорошо. И знаете, он тут слушал. А потом и говорит, а почем я это узнаю? По двум полоскам. Почем я это узнаю? Откуда я знаю, почем ты это узнаешь? Тебе говорит посланник Божий, слушай и принимай. Почем я это узнаю? Может, мне какое-то знамение надо, чтобы меня вот так вот что-то как засветило по глазам? Если посланник Божий говорит, просто слушай и принимай. Новое начало. Почем я это узнаю? Архангел, он не понял вообще, с кем он разговаривает. Он говорит, послушай, ты знаешь, кто я? Он говорит, я Гавриил. Гавриил я, понимаешь? Не понимаешь, да? Я вообще возле Бога всегда стою. Вот так Бог сидит, а я тут возле Него вот так всегда стою. Сейчас я пришел к тебе сказать, что новое начало. Я вообще не хожу тут по земле. Я вообще с Богом вот так стою постоянно. А он не реагирует никак. Вы вот удивляетесь, что пастыря там не слушают. Какого пастыря? Гавриил пришел, его не слушают. Пастыря не слушают. Люди мы такие есть. Вот мы по своей сущности какие-то бунтари. Нам люди с хорошей вестью, когда к нам с плохой приходят, мы все слушаем. Да? Информация о том, что скоро завоюют Терновку, она уже распространилась по городу раз 600. И ты сам ее передавал. А вот благая весть какая-то, хорошая, добрая. Не, почем я это узнаю? На Сару посмотришь и узнаешь. Почем я это узнаю? Ну почем-то узнаю же. Неужели у тебя мужика нет почем узнать? Ладно, все, точка. Почем я это узнаю? Ни почем. На это и рассчитано Слово Божье, что в него надо просто верить. И все. Тебе доказательства надо? Какие тебе доказательства? С тобой архангел разговаривает.
Какие тебе еще доказательства? Что, пусть сам Бог придет. Знаете, есть люди такие. Ой, пусть сам мне скажет. Пусть сам приедет и скажет, что меня с шахты уволили. Пусть сам Ахметов приедет и скажет. А пока не сказал, буду работать. Все. Послушай, в этом и есть сила веры. Что ты хватаешь верой послания, верой, и говоришь, я принимаю новое начало для своей жизни. Амен. И знаете, он не смог поверить посланнику. Поэтому архангел Гавриил, он сделал очень мудрую вещь. Он заставил его замолчать на 9 месяцев. Почему? Я вам скажу так. Если бы он имел возможность разговаривать, Лизавета бы никогда не родила. Он бы просто говорил. Что-то сегодня изжога. А сегодня я что-то плохо в туалет сходил. А сегодня у меня еще что-то. А завтра у меня еще что-то. А вы замечаете, что вот мы как-то проще разговариваем о своих проблемах. Мы проще вспоминаем обиды. А помнишь, 10 лет назад я бы тебе книжку попросил, а ты мне не дал? Вот только сижу и помню это все время. 10 лет уже помню, вот это вот только этим и живу. Знаете, люди этим живут. Многие семьи разрушаются. Почему? Потому что у них нема мозгов вообще забыть что-то. А помнишь, твоя мама сказала 18 лет назад? А помнишь, когда мы встречались, я тебе говорю вот так, а ты мне говоришь, о! А что ты вспоминаешь об этом? Тебе что, делать больше нечего в жизни? Как старое ворошить. Ты пока будешь держаться за старое, у тебя никогда нового не будет. Поэтому Бог говорит, заткнись. На 9 месяцев. Раз ему рот зашил. Домой приходит. Борща хочешь? Хлеб будешь? Молчишь? Молчу. Молчи. Знаете, Бог хочет, чтобы ты отказался от прошлых вещей. Потому что ты никогда не войдешь в свое будущее, если у тебя будет постоянно в голове прошлое. Некоторые люди, они только то и делают, что вспоминают. А помнишь, в 89-м году мы как на поле поехали, мака как набрали. Я тогда помню, вот так вот мы набрали полный багажник, так аж вываливалось. Ты кто? Ты кто такой вообще? Ты же новая тварь во Христе Иисусе. Все старое прошло, Бог говорит, слушай, ты давай напомнишь мне, я с тобой судиться начну. Поэтому лучше не вспоминай, скажи соседу, не вспоминай ничего лучше. Хочешь жить нормально, не вспоминай. Жить нормально хочешь, не вспоминай. Я помню, как меня обидели, я помню, как меня оскорбили. Это было вчера. А сегодня уже другой день. А кто знает, что вчера уже нет? Вчера кончилось. Ты что, вчера там? 15 минут уже нет прошедших. Все, уже нету их. О, нету, все. Новая жизнь, новое начало. Бог говорит, все. Чтоб ты ничего не заговорил своими словами тупыми. Знаете, многие люди, Бог им дает новое начало. Они постоянно ковыряются в прошлом. Нет, пастор, прежде чем я это, я хочу выяснить. Пункт первый, пункт второй, пункт третий, пункт четвертый, пункт пятый. Пока выяснили, опять развелись. Не надо выяснять. Надо просто проехать. Тю! Все старое прошло. Все. Нету ничего старого. Забудь. Не живи воспоминаниями. 90% скандалов – это воспоминания из прошлого. Люди не способны ничего прощать. Люди не способны забывать. Помните Авраама? Написано – он и не помышлял о том, что тело его столетнего омертвело. Представь, мужик в 100 лет забыл, что он импотент. Иногда бывает хорошо забыть.
что у тебя больное сердце, и на пятый этаж. Иногда хорошо забыть, что у тебя ноги больные. А тут забыл, как ломанулся. Слушай, какая это могу, когда хочу. Знаете, память иногда держит в нашем теле многие проблемы. Да, поэтому тебе нужно забыть какие-то вещи, чтобы жить по-новому. Ты держишь неудачи в жизни, ты держишь в голове свои какие-то проблемы, ты держишь какие-то поражения, и ты живешь с этим, и ты строишь свою жизнь, исходя из того, что в твоей голове. Забудь это. Бог закрыл ему рот, просто закрыл, сказал, молчать. На сколько? Ну, немного, 9 месяцев помолчишь. Вы что, какой помолчать? Я помню, как-то у меня горло. Короче, горло что-то я сорвал. Сейчас уже как-то там что-то поменялось, и оно не срывается. А как-то в начале своего христианского служения я порвал голос свой. И я пришел к врачу, она посмотрела, она говорит, ну что я вам скажу, единственный способ, как вылечиться, это не разговаривать. Я говорю, как не разговаривать? Она говорит, вообще. Я говорю, как вообще? Вообще? Она говорит, да, вообще. Вот просто ничего не говорите, просто молчите, и все. Я говорю, а сколько дней? Она говорит, ну давайте с 3 начнем. С 3 дней. Вот 3 дня помолчите, а там придете, посмотрим. Я молчу. День. Думаю, смотри, как я могу. Обет молчания. Аллилуйя. Молчу день. 2-й день молчу. На 3-й день поехали на церковь провода покупать в Днепропетровск. С одним братом. Когда ты молчишь, то лучше с братьями не общаться. И он там что-то не то делал, и я забыл, что я молчу, и через весь магазин кричу, «Эй! Ты не туда пошел!» Он думает, «О, я молчу». Трудно молчать, но когда тебя Бог заставляет молчать, и ты знаешь, что лучше замолчать. Лучше сегодня замолчать, чем завтра что-то потерять. Лучше сегодня замолчать, о каких-то вещах надо замолчать. Знаете, некоторые люди в церковь-то ходят, зачем? Чтобы после церкви было о чем поговорить. О, пастырь в костюме в новом, сколько же он стоит? А лидер прославления в старой рубашке, в старой. Уже, наверное, 3 недели он у ней ходит. Видно, не платят ему тут денег. Какой ерундой люди занимаются, аминь. Какую ерунду люди разговаривают. Зачем тебе это? Выкинь это все из головы. Хочешь нового в жизни, разговаривай о новом. Если ты хочешь чего-то нового, просто о новом говори, о новом говори, о новом говори. Мечтай о новом, провозглашай новое. И знаете, последнее. Бог сказал, когда родится Иоанн, ты дашь ему новое имя. Скажи, новое имя. Знаете, многие люди, они уже ходят с какими-то именами. Их уже как-то назвали. Многих людей у них есть клички. Знаете, клички, как у собак. И они так и продолжают называть их этими кличками. Продолжают говорить о них, клички называть. Наша страна нас назвала. Рабочие. Кто рабочий? Мы все рабочие. Я вывеску говорю, «Слався, шахтерское племя». Ты кто? Я шахтер. Ты кто? Я шахтер. Ты не шахтер, ты человек. Знаешь, за каждым именем стоит своя энергетика. Вот когда ты говоришь, я шахтер, за этим что-то стоит, силикоз, бурсит на коленях. За этим стоит что-то, стоит. Слушай, Бог, чтобы дать тебе новую судьбу, Бог хочет дать тебе новое имя. Ты кто? Я шахтер. Да не говори так никогда. Ты человек прежде всего. А если Бог тебе дает новое имя, ты Божий слуга. Вот начни себя по-другому называть. Начни в своей жизни новый отсчет. Ты кто? Я Божий слуга. Ты кто? Я христианин. Ты кто? Я Божий человек. Ты кто? Я человек, которого использует Бог. Знаете, новое имя – это очень важно. Захарий – это было старое имя. Старое имя.
И за старым именем стояло столько старых проблем. Да. Старые проблемы. Проблемы бесплодия, проблемы неверия, проблемы неустройства. Столько проблем. Бог говорит, перестань называть старое имя для твоего сына, который исполнится от чрева Духа Святого. Я дам новое имя. И это новое имя будет нести новую энергетику. Аминь. За ним будет стоять помазание. За ним будет стоять огонь Божий. За ним будет стоять вера. Слушай, мне важно, как меня называют. Аминь. Мне важно, как люди говорят. Потому что люди любят раздавать какие-то негативные клички. Они любят какие-то негативные имена раздавать. О, разведенка. И вот так женщина живет. О, разведенка. Мать-одиночка. Мать-одиночка. 44 раза подписала документы мать-одиночка. Все, мать-одиночка навечно. Почему? Потому что это надо выкинуть. Я Божья женщина. Амен. А если я Божья женщина, я никогда не буду одиночка. У меня всегда будет нормальная семья. И даже если сейчас что-то развалилось, завтра все восстановится. Амин. Почему? Потому что Бог дал мне другое имя, а с другим именем связана другая судьба. Что такое новое начало? Это другая судьба. Ты работал до 40 лет, 40 лет. Ты вышел на шахте, на пенсию и говоришь, все, я пенсионер. Знай, за этим именем что-то есть. За словом «пенсионер» за ним стоит такая аура плохая. Пенсионер – это больные почки. Пенсионер – это палочка. Пенсионер – это домино. Пенсионер – это газета. Пенсионер – это старый храпящий, пердящий мужик. Выкинь это с головы. Бог говорит тебе, я даю тебе новое начало. И ты не пенсионер, ты новая тварь во Христе Иисусе. А если ты новая тварь, у тебя есть новая судьба, новое начало, новое начало. Аминь. Забудь старое. Ты говоришь, ну это же было, это же было. Слушай, жизнь продолжается. На шахте ты вышел на пенсию, а у Бога ты только поступил на работу. Аминь. У Бога ты работаешь сегодня первый день. Да. Знаете, как себя назовешь, так себя чувствовать будешь. Я 3 недели назад поступил в институт. Ну, поступлю-ка я в институт. Зачем? Чтобы меня называли студент. Когда тебя студент называют, как-то вот чувствуешь себя даже по-студенчески, представь, пенсионер. О! Все. Новое имя. Я говорю, новое начало – это новое имя. Новое начало – это новое имя. Аминь. У Бога для тебя есть новое начало. Да, да, да. Новое начало начинается со встречи человека с Богом. Новое начало начинается с посланников Божьих. Новое начало начинается с того, что человек говорит, все, моя прошлая жизнь, она пришла к концу. Теперь я включаю что-то новое. Я начинаю что-то новое, братья и сестры. Я верю, что у каждого из нас может быть новое начало. Может быть, у Бога есть цель и план послать тебя на миссию, и ты будешь иметь новое начало в новом городе. Может быть, даже в новой стране. Почему нет? Почему нет? Бог хочет сегодня дать новое начало всему. Если даже старые люди, Елизавета и Захария, они смогли иметь новое начало. Представь, пришлось забыть за свои почки и ноги. Пришлось забыть за свой поперек и все остальное. Пеленки, распашонки. 3 часа ночи. Иоанн, он же глаз вопиющего.
Он орал с детства так, там никто не спал, не ел. Аминь. Жизнь стала другой, поэтому архангел и сказал, радость у тебя будет великая. Забудешь за все свои болячки, забудешь за все свои проблемы. Новое начало. Я говорю, новое начало – это новая жизнь. Новое начало – это жизнь по другим законам. Новое начало – это жизнь по другим принципам. Новое начало – это просто перелистнуть страницу и сказать, все, то, что было раньше написано, я уже его не вижу. Я вижу новую страницу из своей жизни. Я знаю, что у Бога еще есть для меня судьба. Помните Моисея, который псалом написал. Жизнь человека 70, при большей крепости 80, основная пора, труд и болезни. И он написал письмо, священное письмо написал. И 80 лет уже заготовил себе материю. Доски сосновые. Такие люди переживают так, знаете, так люди переживают за то, где их похоронят, аж ужас. Мы с мамой поехали к кладбищу убирать, она мне говорит, смотри сюда, вот здесь меня похоронишь, только не здесь, а вот здесь. Я говорю, слушай, а какая разница в принципе тебе-то? Мне кажется, даже этому суслику Ленину ему без разницы, где лежать, вот на Терновке его положили бы, он все равно лежал бы одинаково. Не бегал бы, не прыгал бы, ничего. Положи, не в Москве, в Терновке лежит Ленин. 100 раз напиши, Ленин всегда живой, он все равно лежит и все. У людей такие проблемы. Одна женщина мне говорит, слушайте, когда будете гроб мне покупать, не покупайте из фанеры. Я говорю, а какой? С досок потолще. Почему? Потому что, чтобы когда опускали, вдруг вывалится. У людей такие переживания. Вот Моисей, он уже к смерти готовился, он уже песню смертельную написал. Заповит. Я умру. И тут Бог к нему пришел. Говорит, Моисей, привет. Как жизнь? Нормально все, все хорошо. Вот готовлюсь к встрече с тобой. Встретились уже. Только по другому вопросу. Хочу-ка я тебе послать лет так на 40 в Египет. Куда? Знаете, Бог, он вообще, у него есть чувство юмора. Однажды эти люди раздражали Моисея. Бог ему говорит, говорит, Моисей, слушай, такие противные люди, давай я их всех убью, а я от тебя новый народ произведу. А ему уже 140. Ну, не 140, 110. Бог говорит, а вот Моисей говорит, от меня народ новый, не надо. Как подумал, представь, новый народ сделать. Сколько лет надо, чтобы сделать новый народ? Сколько жен надо? Ужас! Говорит, не надо, лучше пусть эти, простите их. Все, пусть эти живут. У Бога есть чувство юмора. Он говорит, я могу дать тебе новое начало, когда захочу. Новое начало могу дать, когда захочу. Вот захотел Бог дать новое начало и дал им, и все. Он даже у них не спрашивал. Он даже с ними не советовался. Хотите, не хотите, будете, не будете. Он говорит, я даю тебе. Все. У тебя начнется новая жизнь. О, я стар. Жена моя старуха. Все решаемо. Я говорю, все решается. Любой вопрос можно решить. Братья и сестры, как вам это передать? Я говорю, любую проблему можно решить. Когда человек говорит, я не могу, у меня долги, я говорю, Бог может все решить. Я не могу, у меня там завязки по бизнесу, у меня то, все, Бог может все решить. Я не могу, у меня вот, я вот шепелявлю. Знаете, Бенихин, когда первую проповедь произносил, он так шепелявил, никто ничего не понимал. Вот так. И потом он начал проповедовать, Бог его исцелил, он так сейчас. Вы слышали, как он говорит? Что ангел Божий, Бог решает любую проблему. Бог решает любую проблему. Просто ты должен в это поверить. И когда ты веришь, наступает новое начало. Новое начало для твоей жизни. Новое начало для твоего служения. Когда ты приедешь на миссионерскую школу,
первый день сядешь на этой школе, и Бог сразу тебе скажет: ты миссионер. Новое начало, новое имя. Был шахтер, стал миссионер. Был пенсионер, стал миссионер. Четко, да? Была мать-одиночка, а стала миссионер. Аминь! Накает 100 мужиков и будет выбирать. Потому что в Евангелии есть сила. Да, люди не верят в Евангелие. Люди верят в свои проблемы, они на себя смотрят. Хорош на себя смотреть. Я старшина, моя старуха. Причем здесь это? Если у Бога есть новое начало, у Бога есть новое начало. Я говорю, у Бога есть новое начало. У Бога есть новое начало для твоей жизни. А если у Бога есть новое начало, это значит, тебе надо это просто принять. Принять, принять и сказать: Бог, я хочу войти в что-то новое. Я хочу от старого уйти в сторону. Я хочу все старое перечеркнуть. Я хочу все старое забыть. Я хочу идти в новое, в новое, в новое. Что-то для меня неизведанное. Тебе нужна смелость. Скажи: страх пошел вон во имя Иисуса. Для всего нового нужна смелость. Где эти товарищи? Все идите сюда. Так вы там разлеглись, а все... Вот эта дитина, а ну иди сюда с телефоном. Что ты там в телефоне дивишься? Иди сюда. Что ты в телефоне дивишься, а? Вот как она может слушать мое послание, если она сидит туда в телефоне, скажите мне. Как она может слушать послание? Да ей не то же этого Гавриила. Всех пошли, она в телефон смотрит. Что ты там в телефоне увидел? Кто? Библия. Я Библию не читаю уже 40 минут, на. Я рассказываю без Библии. Потому что тут цвет такой, попробую ее почитать. Аллилуйя. Не такая проповедь была. Вообще музыка не подходит под проповедь. Ты ж слушала? Или тоже в телефон смотрела? Телефоны, телефоны. Это уже старое. Аминь! А Бог творит все новое. И у Бога есть для тебя новое начало. Новое начало для твоей судьбы!